як логічне, одночасово приємне завершення круглого стола, присвяченого году предпринимательности, узнагородження державних і приватних підприємств і організацій, серед отримавших подяку облвиконкома за популяризацію предпринимательской діяльності і активну роботу по освітленню у сродках масової інформації предпринимательности і ініціативи наша телерадіокомпанія. Телерадіокомпанія «Гомель» має много различных наград, дипломов, грамот, поощрений. Но эта благодарность коллективу, она примечательна тем, что она дана за пропаганду предпринимательской деятельности в области. То есть подчеркивается, что мы держим руку на пульсе времени. И мы надеемся, что и в этом году совместно с Комитетом экономики облсполкома продолжим эту полезную, плодотворную работу, которая, как видим, высоко оценена и руководством области, и предпринимателями. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».